родился я в городе Таганроге. Считаю, что это прекраснейший город моего детства. Вот. Вспоминаю всегда родителей. Отец финскую воевал, потом Великую Отечественную. Я родился в 1940 году, 23 августа. Жили, конечно, в то время очень бедно, но папа был очень интересный и мудрый человек. Он из ничего построил дом, был прекрасный семьянин. Мама была потрясающий человек, она обладала тоже творчеством, за что не возьмется, все делает, все прекрасно. И первый раз в жизни она меня, когда я был маленький, она купила мне краски. А в то время краски были на меду. Ну, такого клея не было, чтобы это, ну, на меду делали. Ну, проходит там неделя, она говорит, ну что, где ты это рисуешь? Как ты рисуешь, покажи, что ты, акварель же, я тебе купила кисточки. И я говорю, мам, да я попробовал, они сладкие, я с хлебом съел акварельные краски. Ну, она уникальная была, я всегда ее вспоминаю, и отца, и маму. Поступил в художественное училище. Сразу на второй курс. И тут же меня весной взяли в армию. Потом приехал после службы Владимир Абрамович Резниченко, директор художественного училища. Мне говорит, что ты пойдешь на второй курс? Иди на пятый. Было время очень интересное. У нас была возможность в художественном училище приходить. Мы после там 2-3 человека, вот, мы приходили, после 5 уходили перекусить, а часов 6, в 7 часу приходили и с ночевкой, рисовали гипс, до 2 часов, до часу. У нас были 2 матраса, вот, мы их положили и на полу спали, и только будили нас. Наши друзья приходили на занятия. Я вспоминаю вот художественное училище, какое же оно было сильное. Тогда было одесское и ростовское. И ростовское мощное было. Оно было лучшее. Темы были мощные. И знаете, здорово писали. И тогда очень сильно относились к живописи. Было очень живописно. Писали сочно. Очень здорово писали.
комнате, я помню, была постановка обнаженная. Обнаженная была, и женщина, вот такой матрас был такой стеганый, она села и держала, а в то время были зонтики китайские, зеленого такого цвета все. И она так вот держала, и они писали. Ну, с освещением, ну, разные оттенки были на теле, такие перламутровые, такие разные все. И вот они писали такую постановку. Это было просто. И что интересно, и один только мой друг Виктор Сагадачно справился. Что он сделал? Он догадался. Когда была разборка, я приходил, мне было интересно, что преподаватель говорит. Кажется, он догадался. Он взял, не просто написал зеленым цветом, как оно вот есть, он подбирал цвет этот, а он взял, подкладку сделал кадмием полностью, а потом пролессировал, он горел, зонт, как вот постановки-то все было. И тело перламутровое, такое голубоватое, такое красивое было. Дипломная тема у меня была
«Земля народу». Почему-то волновало это время в истории нашего государства. После диплома я должен был поехать, как раньше, куда-то преподавать в школу, потому что я выпускник педагогического отделения был, педагогик, рисунок педагогика в школе преподавать. Ну, прихожу к директору попрощаться к Владимиру Абрамовичу Резниченко, а он мне говорит: достает лист бумаги, пиши, буду диктовать. Ну, шапка директору художественного училища, заявление: прошу принять меня преподавателем первого А курса художественного училища имени Грека. Вот с этого момента я благодаря этому человеку стал преподавателем. Вспомнить, что художественное училище было интересно еще тем, что во всех аудиториях были по стене прикреплены две планки. Одна планка, там метра, так метра, 1,80 или 2, или чуть пониже, а вторая планка была повыше, были гвоздики набиты. И вот холст пишешь, вот так вот, раз, холст крепится на гвоздике, а рисунки, чтобы не терлись, не это, кнопочками, и можно было просмотреть все рисунки, всю живопись, как начинают, как раскрывают работу, все можно было посмотреть, зайдя на любой курс, то ли это натюрморт писали, то ли это обнаженные, то ли это рисунки, там все. Вот. И в то время был выдающийся человек Герман Павлович Михайлов. Он метод объединением руководил. И он каждый день приходил, после занятий все выходили, и он просматривал все аудитории, где учились студенты. Всех рисунок, живопись, он все знал, всех знал, то, как работает, там все. Было время. Потом это время уничтожено. Все, уже время другое. Почему все так уничтожено, непонятно. Вот, мне пришлось 2 года подряд быть председателем экзаменационной государственной комиссии на худрафе. Вот. А потом пришлось мне, попросили полгода, второе полугодие преподавать.
дня начал преподавать, смотрю, ничего нет, освещения нет, никакого ничего, ни рисунка, живописи, драпировки. И я приходил в мастерскую здесь, красил простыни, красил. А можно красить интересно, по цвету сложные были, и голубые, и коричневые, и охристые, и темно-коричневые, и темно-зеленые, что хочешь, разбавляй гуашь и клей добавляй, и все, и прекрасно смотрятся эти драпировки. Вот. Было очень интересно это все, а потом мне староста говорит, Анатолий Александрович, вы не надо, говорит, вы в возрасте уже, ну что вы переживаете? Мы на 4-м курсе, а вы у нас уже 10-й преподаватель. Это тоже много значит. Каждый преподаватель по-своему, каждый преподаватель приходит, он по-своему видит преподавание. Поэтому надо, чтобы желательно преподаватель был всегда один. А с 1-го курса по 4-й полностью до диплома выходил. Вступил в союз. И в одно прекрасное время я решил серьезно заниматься творчеством, потому что преподавание тоже, оно отнимает какое-то время. И преподавание – это школа, а в школу нужно вникать в сильную школу преподавать рисунок, живопись, композицию. Композиция, которая, в общем-то, не преподается в художественном училище до сегодняшнего дня, потому что преподавание композиции как бы все пускается на ветер. Задание дается, и каждый варится в своем соку, и только приносит работу, и все. И уже тогда разбирает преподаватель, там, говорит, хорошо ли это, плохо. Там, все. Ну, вот. Но я композицией занимаюсь, и по сегодняшний день у меня очень много, по несколько тысяч рисунков, композиций сделано. Я иногда, редко, когда без эскиза, а в основном я делаю эскизы, рисуночки в цвете, композиции делаю. И я вот оформил, они лежат у меня блоками, эти все композиции. Я считаю, что, видимо, художник должен быть композитором, по большому счету. Как приводили примеры, учатся на курсе фортепиано, играют, и только один сочиняет творчески, подходит к этому ремеслу. И получается композитор один из всех. Остальные просто играют на фортепиано. Thank you.
конечно, творчество – это не легкий путь. Я так понял, что по себе знаю, что такими рывками, там, какими-то там взял, написал, а потом опять отдыхаешь, там что-то делаешь, не получится. И еще мне повезло, что я в Союзе художников все работы, которые давали там, по производству, заработок, там все, я все делал, росписи и мозаики. И это меня спасло, потому что, ну, во-первых, композиции нужно делать, это раз, и второе, росписи, там фигуры бывают и 2 метра, и 2,5, и много фигур, их нужно рисовать, и это спасало. И у меня была возможность, я даже на совете по распределению работ ребятам молодым всегда давал больше, чтобы к монументальному отношению было, чтобы поинтереснее были художники. Вы расскажете о проекте «Зеленый остров»? Да, обязательно надо рассказать, потому что время наступило такое, перестройки. Вот. А так как я ездил много очень, я видел, как в Питере, как в Москве столько много групп было творческих, открывалось там все это. И я подумал, думаю, надо вот в это время именно и организовать «Зеленый остров». Для чего? Первое. Потому что было очень трудно, чтобы люди какую-то силу, стержень имели, чтобы меньше пили. Это потому что уже заработка не было. Уже не было ничего такого, чтобы можно было спокойно жить. Потому что моим коллегам нужно было и заработать, и воспитывать детей, и дома, и семья. Я решил организовать эту выставку. Просуществовали мы 20 лет. Очень интересные были выставки. Особенно выставки были на Береговой 10. Там был прекрасный выставочный зал. Я считаю, что это был лучший зал на юге России. Вот. Очень. Просто я вот сейчас вспоминаю, это что-то было грандиозное для юга России. Как в нем было прекрасно выставляться. Вот. А перед этим мы выставились. Впервые в истории выставились 4 человека. Я, Женя Пакиченко, Валера Кульченко и искусствовед Саша Токарев. Вот. Но это время прошло, мы были, нас очень в кавычках встретили и Союз, и вообще вся политика ростовской организации, вообще все, и учинили такую борьбу. Не хочется рассказать подробно, но в целом, в общем, негатив вылили на нас приличный. Вот. Но все равно она состоялась.
И это состоялось после, когда ушел Валентин Федорович Чебланов. Это чистый человек, который Союз мечтал увидеть его всегда лучшим и первым Юга России у нас. И он и был. Но потом постепенно сдал все позиции, и, в общем, сейчас это не из первых на Юге России. А сейчас более интересные художники – это в Восточной Осетии, все они более мудрые, более интересные художники стали. Хотелось вспомнить уже ныне покойного Ивана Борисовича Порта. Мы с ним очень дружили. До конца он приезжал и на Зеленый остров, на Береговой 10. Когда у нас открытия были, он приезжал. И были и в Сочи, в общем, везде. И были выставками с ним. РСФСР и Россия. Это очень интересный человек. У меня есть записи. Сейчас выпустили альбом его. Он всю жизнь мечтал, поступал на отделение во ВГИКФОТО, но не поступил, как известно. И все на искусствоведческое потом поступил. И всю жизнь никогда не говорил, а занимался. 50 лет прошло, и он стал одним из ведущих фотографов, интереснейший. Потрясающая работа у них. Жена его, Виктория, она работает сейчас в Пушкинском. Наверное, слышали, что только Виктория итальянское искусство показывает, все время привозит. Она всю жизнь посвятила итальянскому искусству, книги выпускала. Это не Маркова? Маркова. И она, когда Иван Борисович ушел из жизни, она подарила 4000 произведений, которые ему дарили, и книги, библиотеку, 10 тысяч Краснодарскому музею имени Коваленко. И вот время-то прошло, с 2009-го он умер. Время прошло, это вот в 2019-м сделали открытие и выпустили альбом. Полностью каталог этих произведений его. И там статья ее, там еще многие статьи, все. И в этой коллекции есть моя работа. И очень благодарен Союзу художников. В то время Союзу художников СССР. Где меня выдвинули, где я работал, где меня выдвинули название. Где меня 10 лет дали возможность быть председателем, руководителем дачи «Горячий ключ». Я в течение 10 лет работал по 2 месяца каждый год. А один раз я проработал полгода, потому что смены не было, и мне пришлось полгода работать. Я очень благодарен тому времени, что это дали возможность творчески работать. Было интересно, потому что приезжали со всей страны, начиная от Прибалтики до Камчатки. Люди интересные были. Со многими был знаком, переписывались. И даже сейчас многие иногда, столько времени прошло, многие поздравляют. То открыточка, то звонок. В общем, приятно было. Так что я это время очень благодарен за это время. Работаю по сегодняшний день. Буду работать сколько Всевышний.
даст возможность силы работать. Вот, и сейчас вот работаю сразу на 5 композициями. И чем возраст берет, тем я чувствую, что сейчас уже я больше отдаю времени. 10 месяцев прошло, я не закончил ни одну работу. И все время переписываю, пишу. Не знаю, конечный результат какой будет. Но чувствую, что какой-то должен быть интересный результат в этих работах. Потому что совсем другую планку поднимаю, совсем другие какие-то качественные изменения композиции, решения всего происходит в живописи. Я со временем стал не так сильно выставляться. Почему? Потому что пришло большое какое-то видение, зрелость, что работу надо писать. Не надо торопиться, выставляться. Потому что должно не отчитаться, что ты выставился, чтобы было событие в твоей душе, что ты написал хорошую работу. Вот. Поэтому я не стал каждые там 4 года выставлять что-то. Я стал более другие композиции делать, вот, более к творчеству приближать все. И вот меньше стала интересовать меня идеологическая сторона произведений. То ли я так устроен, может, и я не прав, но я не признаю. Я с удовольствием принимаю награды, но я считаю, большая награда в моем пути творчества – это картина, когда я напишу. А эти грамоты разные, значки, медали – меня это не интересует. Но я хочу сказать, сейчас это сумасшедшее брожение в нашей стране. И так все делается, что иногда ты не можешь что-то получить, звание, потому что нет такой вот медали. Понимаете, что делается? Так вот, еще в царское время, в то время, когда учился Репин и Семирадский. Почему Репин остался на один курс? Остался. Потому что с Семирадским бесполезно. Тот золотую медаль берет. Он понял, что... И он тогда остался еще на год. И следующий взял золотую медаль. Как-то так судьба играет. Всегда мечтал построить дом и мастерскую. И мне повезло, когда я выставился в Германии, вот, приехав с выставки, через месяц у меня была приличная сумма денег, потому что мои работы все куплены были. И я построил мастерскую и дом. Считаю себя самым счастливым, потому что утром просыпаюсь, я иду в мастерскую, работаю, могу ночью проснуться, работать. Ночью. Такая свобода в моей жизни.
Я очень счастлива и рада, что на моем пути ты случайно вот оказался. Меня подружка привела в художественное училище имени Грекова. Синее пальто Василькова. Стоит Галина. Я так сразу посмотрел, думаю, ну это все. В моей жизни это любимый человек. Увлек, и вот его страстность, его... такая, может быть, где-то бескомпромиссность. Я думаю, что мы с ним хорошо друг друга дополняем. У него во многих вещах только есть белое и черное. Середины у него нет. Он или любит, или ненавидит. Она везде, везде со мной была. Так что очень хорошо разбирается в изобразительном искусстве. Человек духовный. Я вот иногда даже болею душой, что так хотелось бы, чтобы люди встретились друг друга. А ведь, видимо, не получается, не у всех это получается в жизни. Вот. И всегда к чему-то к доброму хочется всегда все это и призвать, и сделать, чтобы все было хорошо. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. Стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука.